Опять дождь. А говорили, жара из Сахары идет. Сегодня я решила снять небольшую распаковку. На улице идет дождь сильный. Размер коробки вообще не соответствует моему заказу. Я заказывала очень мало. Баночку варенья шишек, несколько приправ и таблетки. Такие от кашля. Травяные, простые самые. Но коробка уж очень большая. Тут макулатуры больше, чем заказ мой. Вот. Это ж надо. Неужели маленькой коробочки нету? Вот бумага. Раз. Бумага. Два. Бумага. Три. Такая распаковка бумаги. И вот я заказывала такие таблеточки Мукалтин. Они раньше в советское время стоили копейки. Но теперь 80 центов. От кашля детям хорошо. Так. И я в основном заказывала варенье из шишек, чтобы пришло. Это очень полезное варенье. Ну, можно есть просто как витамины. Можно, когда горло болит, кашель. Очень полезно и вкусно. Я знаю, даже в советское время варили варенье из майских шишек именно. И лечили детей. Это очень полезно. Некоторые даже жевали еловые иголки, если горло болит. Вот такое вот варенье. Кстати, это где-то в Карелии изготавливается. Так, это тоже кусок целлофана для упаковки. Это тоже. Ну да, коробочка вообще-то, по идее, должна быть в два раза меньше. И вот такие я приправки еще заказывала. Кстати, баночки очень большие. И недорого. Но сейчас распродажа, остатки продают. Надо еще заказать. Вот такая приправка. Смесь разных перцев. Это перец с брусникой сушеной. Так. И приправа. Перец с можжевельником. Интересные такие приправы, и такие здесь 40 грамм, в общем-то, большие. Можно заказывать. Мне понравилось. Вот такой мой маленький заказик. И вот такая большая коробка. Вот с такой кучей упаковочной бумаги. Между моим маленьким заказиком. Ну, а в общем-то, мне все понравилось. Все очень понравилось. Приправа это ее вот здесь с такой мельницей молоть можно, откручивать. Это очень даже хорошо и удобно. И вот здесь даже был небольшой подарочек. Магнитик. Так, сейчас откроем. Подарок. Вот такой магнитик на холодильник. Я сейчас пойду его пристрою.